Это интересно. Сегодня я здесь, во Дворце детского творчества, на концерте в честь 75-й годовщины освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. Участники концерта обещают показать и рассказать нам о подвигах воинов-освободителей. Спасибо. А также о неизвестных фактах военной истории. Давайте посмотрим. Песни вместе с сотнями горожан слушали Тамара Годомская и Никита Чуб. АТВ Ставрополь.